И доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме One Piece. По счету у нас идет 374-я серия. Нас ожидает полноценный бой против Мории, который впитал в себя силу 1000 теней. Да, но прежде чем мы приступим к ее просмотру, не забывайте, если вы еще не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, подписываться на Telegram и на Twitch. Все ссылочки находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра. И давайте смотреть дальше. Ну, 1000 теней в море. Этот невозможно. Все кончено. Что нам делать? Сражаться? Ночь кончилась! Времени больше нет! Поглотив 100 теней, Мугивара с легкостью побил Лоза. У него же в 10 раз больше! Какой же силой он теперь обладает? Значит, владелец фрукта тоже может поглощать тени? Это безнадежно! Так вообще-то владелец тени подразумевает то, что он способен поглощать тени. Я просто в общем не знал, что такое, как бы, ну, по факту, типа, что такое возможно, да? Именно в себя впитывать силу. Я думал, что его способность работает таким образом, что он просто-напросто оживляет вот таких вот, типа, там, как бы зомби, да? Вот, но после того, когда в Луффи вместили, то есть стало понятно, что само собой владелец, как бы, этой способности может в себя впитывать силу. Ну, это логично. Типа, как иначе-то? И что теперь? Его не победить! Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И тень Мугивары выходит тоже в нем? Да. А также все наши тени. Они все в нем! Но он все равно он огромен и неповоротлив. Да, в нем есть, допустим, сила Зоро. Но и меча такого нету, чтобы им так махать. Им все равно, мне кажется, он менее поворотлив. Он разломал остров! Мачта особняка падает! Бежим в лес! Ну и Мория всегда знал. То есть Мория всегда знал, что он на это способен. Он всегда знал, что он в любой момент сможет это сделать. Просто-напросто думал, что к такой силе, скорее всего, прибегать не стоит и не надо будет. Потому что, в принципе, как бы с Мугиварами можно будет расправиться и без использования вот этой вот возможности, вот этой вот способности, да? Но он должен быть крайне зол, потому что у Мугивар получилось вывести его в полноценную его форму именно с 1000 тенями. То есть представьте, что с ним было бы в случае, если бы рядом возле него не было бы запаса этих теней. Насколько он был бы слабее и насколько быстро он по итогу отлетел бы, да? Я исчезаю! Исчезаю! Помогите кто-нибудь! Идиот, быстрее спрячься в тени! Ты попал под лучи отраженные атакуан! Укройтесь в тени особняка и двигайтесь к лесу! Капитан Лола! Капитан Лола, что вы делаете? Поторопитесь! Бегите без меня, ребята! Ну о чем вы? Разве вы не с нами, капитан? Я сделала свой выбор! Я больше не хочу жить в тени! Так чуть-чуть осталось. Посмотрите туда. Они даже не шелохнулись. А ведь их тени тоже были украдены. Неужели они все еще надеются выиграть? Но он разломал остров одним ударом. Сейчас море сильнее, чем Оз. Пока они сражаются, когда это ебало Луффи? После того, что они для нас сделали, я не могу поступить иначе. Ну так они сами попросили вас скрыться. Ну то есть это да, это круто, это типа ты там молодец, это вот ты там показываешь то, насколько ты в них веришь, на то, насколько ты их, скажем так, типа там уважаешь и так далее, и так далее, и так далее. Но они сами сказали вам это как-то именно прятаться в тени, потому что эти вот смерти, если вы просто-напросто сгорите на солнце, они напрасны. Они будут напрасны, то есть это незачем делать что-то подобное. Где-то как-то повосхищаться, где-то как-то именно поблагодарить вы сможете после того, когда у них получится, либо не получится. Ну, то есть можете как бы, чтобы отдать где-то как-то честь, если так уж ты хочешь это сделать, да, в случае, если Мугивары проиграют, просто выйти на солнце и сгореть, да, осознав и поняв, что других вариантов и других вот таких вот случаев, может быть, больше уже в жизни не подвернется, и тебе просто надоело жить в тени, да, но пока у них есть шанс, пока у них есть возможность, если у них получится, то ты сможешь их отблагодарить, ты не сгоришь просто-напросто, просто так, бесцельно практически, а сможешь именно выразить свою благодарность после того, когда они справятся со всем. Я так это вижу. Не ну, типа, могу почему просто бросить их и сбежать. Ну, в такой ситуации вам нужно бежать. Как капитан, я останусь здесь и возьму всю ответственность на себя. Вам, ребята, нужно ценить свои жизни. А, капитан Лола! Солнечный свет убьет вас! Быстрее спрячьтесь в тени! Я в порядке! В такой ситуации мне остается только доверить им свою жизнь! Капитан Лола! Не надо! Вы хотите умереть? Я долго жила между жизнью и смертью! С меня хватит! Я больше никогда не вернусь в тень! Капитан! Накрутила, наборогозила тут речей. Сейчас он старается не потерять контроль. В гневе и глупой гордости он забыл об истинных причинах. Эй, ребята, у нас мало времени, так что придется рискнуть. Займитесь остальным. Отлично, предоставь это нам. Сделаем его! Эй, вы, вам что, вообще не страшно? Вы не сможете его победить! Он монстр, обладающий силой 1000 человек! Верно, разве не ясно? Он заберет ваши тени! Его сила чудовищна и времени не осталось! Просто стойте и смотрите! Битва против Мории уже выиграна! Это битва со временем, мы должны победить до полного восхода солнца. Мория использует эту безумную силу лишь для того, чтобы оттянуть время. Второй гир. Второй гир. Луффи понял, что пора. Второй гир. Либо мы погибнем, либо море уничтожит себя раньше. Врежь ему, Луффи! Так просто ты уже не попадешь в него, когда он во втором гире. Резиновая реактивная ракета! И силушка чувствуется, да, море? Смотрите, он теряет свои тени. Видите, какую еще играет? То, что да, он вся впитал 1000, но не может взять их где-то как-то под контроль, да? То есть, к примеру, там Луффи, да, его распирало, но он как-то держал их в себе, держал под контролем. Потом спустя 10 минут у него просто-напросто не хватило больше сил их сдерживать, да? Ну, как мы сказали, что 10 минут они вылетели из него и полетели каждая, типа там, по своим где-то как-то именно хозяевам, да? С моря и что-то наподобие. Он впитал в себя 1000. Это же 1000 не только именно сил там того либо иного, той либо иной тени, того либо иного человека, а это и разум. Разум 1000 людей у тебя у одного в голове. И каждый из них где-то как-то именно подавляет тебя или смешивается с твоей, ты просто-напросто сходишь с ума. И ты пытаешься это все удержать, вместе удержать его едино, но это крайне проблематично. Еще при этом тебе нужно где-то как-то сражаться против кого-то, и при этом ты получаешь удары, которые сбивают эту вот какую-то концентрацию, когда ты концентрируешься на том, чтобы их сдерживать. И, собственно, они, когда ты получаешь эти вот удары, они вылетают. Их какая-то часть вылетает, он теряет над ними полный контроль. Во-первых, лишается части теней, лишается части силы. И эти тени рандомные, которые типа где-то как-то именно вылетают, да, наверное, возвращаются, уже они полностью отвязаны от моря и возвращаются к своим хозяевам. Наверное, так. Резиновая! Реактивная базука! Типа это бесполезная форма моря, можно сказать. Реактивная базука! Реактивная! Теней выходит все больше и больше. Я думал, он их контролирует. Как такое возможно? Сознание Мории теряет контроль. Я думаю, 1000 теней слишком много даже для него. Но когда они дойдут до такого предела, что для него будет уже немного, допустим, 500 он может, к примеру, удержать. Да? Блэкбокс! То есть вот сейчас он в себе. Я уничтожу тебя! Он резиновый, ему по хуям. Прямой удар! Удар, способный расколоть остров! Мугивара! Ну расплющило там Луффи. Остановись! Это твое боевое крещение! Вот что ждет глупых молокососов вроде тебя, возомнивших себя покорителями океанов! И честно, поймите меня неправильно, я не боюсь этого, потому что это все-таки швезина. Это жестоко. Ну, слабаки вроде тебя должны знать свое место, иначе в этом мире не выжить. И остальные мугивары стоят, смотрят, понимая, что... Луффи-сан! Луффи! Ну, Чаппер с Бруком боятся, остальные же смотрят, понимая, что вряд ли бы с ним что-то произошло. Ну, приплющенный он там. Сейчас расплющится. То, о чем я и говорил. Это ж очевидно. Но злости у него прибавится. Бля, красивейший розовый оттенок. Хочешь больше аниме? Аниме-де... Ну шо, еще физухой попробую что-нибудь с ним сделать. Говорить о том, что нас ждет. Но я никогда не проиграю. Никогда не проиграешь. Если он сказал, он сделает. Такое идиотское утверждение только подтверждает мои слова о твоей неопытности. Потому что я резиновый. Я заставлю тебя выплюнуть все тени. Неужели он бессмертный? Невероятно! Ну, против физухи, ну, как бы физуха толку, блин, резать можно, где-то как-то именно проколоть, но физически как ты его разъебешь. Солнце! Черт! Придурки, уйдите со света, иначе сгорите. Помогите мне, моя рука исчезает. Быстро в тень. Во дворе стало слишком опасно. Третий гир. Ну да, Луффи не разменивается уже на мелочи. Эй, ты действительно собираешься использовать оба гира? Не делай этого! Блять, только сейчас дошло, когда Фрэнки сказал, он же этого не делал никогда. Он входил либо во второй, либо в третий. Он во втором вошел в третий, блядь. И с этой скоростью, то есть он скомбинировал их, понимаете, с этой скоростью применить удары силу третьего. Ебать, это будет мощь. Разве ты забыл, в каком состоянии был после использования второго гира в прошлый раз? Ну тогда он прям очень сильно выложился. Сейчас уже он... свои резиновые способности, прыгай сюда. Сейчас же он впервые использует гир. Ну, на Триллер Барке. Мы окружены военными кораблями и морем. Если ты останешься там, тебя убьют. Не получается. Не могу пошевелиться. Да и также здесь Триллер Барк и Луффи ставит все на кон, потому что если у него не получится победить... Мы спасли Робин. Извините, я остановлю, но потому что зачем? Я даже мотну назад. Если у него... Он же понимает, что если сейчас у него не получится в кратчайшие сроки, вот буквально там в эту минуту, где-то нанести такой удар, чтобы он выплюнул типа большую часть теней или же все тени, то есть если не получится победить Морию, все равно не только ты сгоришь. Твои накама сгорят. Луффи это понимает. Для него это более чем достаточно вот этого вот понимания, чтобы поставить на кон все и выложиться на полную, вне зависимости от того, что произойдет с ним, что случится, будет он бессилен, не будет он бессилен, умрет он на крайняк или же нет, но он сделает все, чтобы выполнить свое обещание, данное людям, и также спасти своих накама. Все сделает. Вот он это и показывает. Разве ты только что не побил врага? Мы спасли Робин! Нам осталось только вернуться! Я прошу тебя, постарайся! Не перенапрягайся, Луффи! Твое тело разорвет на части! Резиновая! Гигантский! Реактивный снаряд! Еще и крученый чуть-чуть. Ого, вот это сила! Тени снова выходят! Это еще не конец. Я не позволю моей армии так просто сбежать! Тени! Я ваш хозяин! Ублюдок! Он не хочет возвращать наши тени! Моя тень! Вернись! Капитан Лола! Ты меня слышишь? Моя тень! Мы были вместе с рождения, разве ты забыла? Мы через многое прошли, помнишь? Вернись ко мне! Я искала зомби с тобой целых 3 года. Теперь ты здесь, не так ли? Если ты меня слышишь, прошу, вернись! Капитан Лола! Пожалуйста, спрячьтесь в тени! Ваше тело уже исчезает. Но неужели вы не хотите того же? Они же здесь! До меня только что дошло. Что тень Лолы находится в Лоле. В той, которая... Кабаниха. Я прав? Бля, это настолько очевидно. Это настолько, ебать, очевидно, а я понял это только сейчас. Или я ебанат, или это реально, но они похожи. Они похожи характерами. Ну ладно. Вы правы. Все наши тени сейчас внутри моря. Но они прямо перед нами. А вот эти, которые... Тени этих. Помните, только сейчас я начинаю на это обращать внимание. Это тени этих мелких этих грызунов, пиздюков, которые типа там бегали, там где-то что-то докладывали, перетаскивали тела типа там к морю. Это вот они в шапке. Это Шано. Только сейчас начинаю на это обращать внимание и замечать. Все верно! Вернитесь! Наши тени! Вернитесь! 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 Я тоже хочу кое-что сказать своей тени! Если ты действительно хочешь стать королем пиратов, ой, вот эта тень послушает. Тебе точно нужно быть со мной. И со скоростью Зоро уебал третьим гиром. А ты, Мория, нихуя не резиновый, блядь, тебя расплющит. Зря ты доебался до Мугивар. Зоро стоит просто вот так вот и ждет. Что происходит? Потому что будь что будет, не спасется Луффи, не спасется и он. Луффи! Вот они те, кто не боятся смерти. А их еще спрашивали, вы серьезно верите в то, что вы где-то как-то именно победите и так далее. Пусть даже верят, не верят, но выложатся на полную, при этом ни секунды не задумываясь о том, что они могут погибнуть и умереть. То есть это те люди, которые не боятся смерти, те люди, которые отдаются целиком и полностью, те люди, которые друг за друга, блин, готовы жизни отдать. Это вот прям очевидно, и Зоро прям вот стоит именно в такой вот стойке. Это ни хрена не пафос. Это ни хрена не пафос, это честь, это в нем видно честь, достоинство, это вот все, да, то есть ноль пафоса, я не вижу в этом пафоса. Это крутой момент именно, и Санджи тоже самое, красавчик, и Робин не испугалась, не где-то как-то не визжит, не пищит, не пытается где-то как-то именно убежать. Они все целиком и полностью горой за команду, горой за семью, горой за Луффи, это очень крутые моменты на самом деле, что они вот таким вот образом показаны. Ну и да, я ни капельки не сомневаюсь, что те не подоспеют и вернутся вовремя, и они по итогу не сгорят. Но это мы увидим уже в следующей серии. А так, сам по себе бой. Не то чтобы что-то там Мория показал, но сделали все крайне логично, то есть то, что его разум не способен удержать такое количество теней, да, и пользоваться силой такого количества теней, что он их вот таким вот образом выплевывает, теряя контроль, как бы это тоже, в принципе, все довольно логично. При этом мы увидели второй гир, увидели комбинацию второго и третьего гира, то есть серия получилась очень охуенная. Очень охуенная. И не то, чтобы много где-то каких-то именно действий произошло, да, но смотрелась она на одном дыхании. Пусть она и коротенькая, но прям на одном дыхании. И моменты, когда я именно начал видеть в тех людях, которых нам сейчас показывают, начал видеть именно в ком их тени были, в каких из зомби, да, это тоже прикольно, потому что до меня это дошло вот прямо вот только что, то есть как бы я вообще на это внимание не обращал. Я помню в прошлых сериях, когда впервые показали вот эту вот Лолу, которая именно вот Луффи ставила подножку, да, я еще, типа, говорил тогда, кажется, я что-то говорил по поводу того, типа, что что-то связанное с Кабанихой, потом, типа, увидел ее и сказал, типа, нет, типа, это не она. Ее тень в ней, то есть я об этом даже тогда не подумал, и увидел этого вот сходства, и в плане, типа, там, женись на мне, и так далее, и так далее. И круто и прикольно это осознать. Пусть и поздно, но все же. Ну, слегка я тормознутый, слегка туповатый, но увидел и хорошо, если, конечно, я увидел все правильно. То есть серия мне понравилась, серия шикарная. Ждем продолжения, ждем того, что будет дальше, ребята. А на этом моменте буду заканчивать и буду со всеми вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем тогда доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока.